Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня у нас с вами кайма. Посмотрите, какая она с виду, в общем-то, достаточно простая, но в то же время очень интересная и красивая. Не знаю, многие, наверное, помнят, пару видео назад мы с вами вязали вот такой квадрат для шрага. И там одна из каймы – это вот такая вот. Я решила ее разобрать, она мне очень понравилась. Действительно смотрится красиво, вяжется легко и просто. Я ее связала отдельно, но, как вы понимаете, кто вяжет вот эти рукава, шрах, то есть он прямо вот сюда может привязывать столбиками без накида и продолжать ее обвязку. Так что, кому интересно, присоединяйтесь, мы сейчас с вами свяжем. Вязать мы будем с вами вот эту вот маленькую кайму. Если вы поймете, как вязать сам, то есть вот эти поворотные моменты, схема вам будет в помощь. Схема уже есть, возможно, уже кто-то и разобрал. Сразу хочу сказать, что раппорт у нас идет вот от этой до этой точки. Если посмотрим на сам образец, то вот это у нас будет с вами раппорт. И он составляет 18 петель. Я наберу 72 петли на 4 раппорта. Вы же можете самостоятельно, может быть 3, может быть 2. У меня есть еще вот такой вот небольшой, с другой нитки связан, опробован. Здесь у меня 3 раппорта. Я наберу 72 петли на 4 раппорта. Итак, набираем. 72 петли я набрала. И теперь смотрите, я делаю одну воздушную петлю подъема, вернее даже две, и захожу в нашу замеченную петлю и провязываю 72 столбика без накида. Вот так вот мы с вами заходим в каждую петельку и вяжем. У кого уже готовое изделие, тот может вязать сразу же эти столбики без накида и сразу же вязать готовую кайму. Цепочку мы с вами обвязали, поворачиваем вязание. Я делаю одну воздушную петлю подъема, то замещать будут столбик, и провязываю 1, 2, вот 3 и 4. Провязали 4 столбика. 1, 2, 3. Накид. И на цепочке отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. В пятую зашли. И вяжем с вами столбики. 1 столбик. Вот второй. И третий. Один, два, три. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь вяжем столбики без накида. 1, 2, 3, 4. 5, 5, 6, 7, 8 и 9. 1, 2, 3. Накид. 1, 2, 3, 4, 5. 5-3 столбика. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 9 столбиков. Итак, продолжаем с вами. Я вот пробила, видите, у меня 4 раппорта.
И у меня остался немножко здесь, буквально нам нужно сделать точно так же конец, как и начало. Видите, вот второй столбик без накида, а третий, четвертый и вот пятый. Поворачиваем с вами вязание. И опять-таки я делаю одну воздушную петлю. И теперь вот я два столбика не довязываю. Видите, как бы это вот будет у нас одна, вот у нас вторая столбик и вот третий. Видите, вот два столбика мы с вами не довязали. Видите, два осталось. Теперь один, два, три. Я делаю накид и захожу в первую петлю, в первый, вернее, столбик. Провязываю один столбик и в этот же столбик провязываю второй. Накид. Захожу в центральный столбик, у нас второй. Провязала еще один столбик. Один, два, три. Накид. В центральный столбик я опять делаю еще один. Накид. И в последний, в третий столбик у меня два столбика. Один и второй. Один, два, три. Смотрите, один, два пропускаем, заходим в третью. Я вяжу один столбик, второй, третий, четвертый и пятый. Два столбика не довязала. Один, два, три. Накид. Опять наши столбики. Два столбика у нас в первый столбик. Один и второй. Центральный вяжем столбик. Три воздушных петли. Накид. И опять-таки столбик. И в последний два столбика. Один и второй. Так вот, что у нас с вами уже получается. Заканчиваем мы с вами вот наш образец. Видите, один столбик, второй. И вот последний, третий столбик. То есть здесь у нас неполная. Видите, вот два столбика оставили, три провязали. Поворачиваем вязание. Так, я теперь вяжу 1, 2, 3, 4, 2 накида. И вот в рядом стоящий столбик провязываю столбик с двумя накидами. Вот так. Один, два, три. Накид. Все три столбика провязываем столбик в столбик. Один столбик. Вот второй. И третий. Две воздушных петли, накид, можно в саму петельку вяжем, можно под арку вяжем три столбика. Один, два. И три. Один, два, накид
и провязываем все три столбика. Один, два и три. Один, два, три. Два накида. Этот столбик пропускаем. Во второй столбик я вяжу недовязанный столбик с двумя накидами. Два накида. Теперь вот с этого края этот столбик пропускаем вот в этот. У нас с вами недовязанный столбик с двумя накидами. Соединяем в одну вершинку. Один, два, три. Накид. Провязываем опять все столбики и вяжем столбики именно под арку. Один, два, накид. Можно прям под арочку. Один, два и три. Вот так продолжаем до конца ряда. Я заканчиваю наш образец. И вот смотрите, последние столбики. Теперь у нас 1, 2, 3, 2 накида. Я захожу вот как бы во вторую петлю. Да? Не довязала. И заходим еще вот в самую первую. Тут у нас была воздушная петля подъема, и мы провязываем и соединяемся вот так вот в одну точку. Теперь поворачиваем наше вязание. 1, 2, 3. Это как бы заменит нам столбик. 1, 2, 3. Я делаю накид и захожу в центральный столбик. Провязала столбик с одним накидом. Один, два, три. Накид. Я захожу под арку. Один, два, три. Накид. Вот у нас с вами центральный столбик. Мы зашли в него. Один, два, три. Накид. И опять мы заходим в этот вершину этого столбика. Один, два, три. Накид. Зашли под арку. Один, два, три. Накид. Зашли в центральный столбик. Один, два, три. Накид. И вот в этот столбик, вершинку, мы вяжем столбик с одним накидом. Один, два, три. Накид. Первые три столбика в центральный, во второй вяжем. Один, два, три. Накид под арку. Один, два, три. Накид, центральный столбик. Три. И опять центральный столбик. То есть вы поняли, как у нас идет повторение. Итак, вот смотрите, что у нас получается. Последние петли. Последний столбик. Мы опять 1, 2, 3, накид. Вот вершинку как бы этих двух столбиков мы провязываем столбик с одним накидом. И в итоге завершили. Поворачиваем вязание. У нас остался с вами последний ряд. Я перехожу столбиком без накида под первую арочку и вяжу 1, 2, 3. Под эту арочку захожу и провязываю столбик без накида. Перехожу в следующую арку.
1, 2, 3. Следующую арочку. 1, 2, 3. В эту же арку столбик без накида. Следующую. 1, 2, 3. Можно и 4. Посмотрите сами по своему усмотрению. 1, 2, 3. Следующую арку. 1, 2, 3. Вот у нас соединение двух. Мы зашли под эту арочку последнюю. 1, 2, 3. И переходим на эту. 1, 2, 3. Под этот же столбик перешли в следующую. Вот что у нас с вами получается. Итак, арочки по всем длине. Итак, я закончила наш образец. Оборвала и спрятала нитку. Вот что у нас с вами получается. Вот это у нас с вами с одной толщины нитки. Вот это у нас с вами более ажурная с другой. Вот такая кайма. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вам творческих успехов и до скорых встреч!